Ну вот, граждане, прохлаждающиеся у себя дома в квартире. Эка я какую гарную штучку замоздрячил. Еще и работает. Вот, кстати, эти коннекторы ваговские. Для чего они вот и мне нужны, мне нравятся. Раз, прицепил. Один двигатель сгорел, ну и фиг на него, сразу к другому прицепил. Пригодилось. Давайте запустим, дабы показать, убедиться. Отключаю там пока от розетки. А, кстати, вот дынц в конце. Это тут что-то тут с эксцентриками. Вон там он. Как-то они такой. Срабатывают странно. Ну, зато буск плавный. Типа так и надо. Болт тоже так задумано, чтобы так стоял. Натяжитель даже прицепил. Если без натяжителя, как-то она болтается и больше вибрации. А, натяжитель. О, тоже перекрутил в другое место. Ну, вниз болтиками открутил все это дело. Надо, конечно, выключатор тут ставить. И пока она перевешивает туда. Ну, пару кирпичинок, короче, вот там туда поставить. Это тумбочка. Она открывается. Туда пару-тройку кирпичей, и все будет замечательно. То есть вот стоит бачок водогрейка с термометром. Сразу вытаскиваем из него сюда. Ну, буквально надо деревяху поставить. Но опять же, это временный вариант. Вот как временный. Ну, видели, я привез часов, наверное, в 5 вечера, в 6 вечера кучу моторов. И вот уже время часов, наверное, 9. Причем я все эти проверял. Вот, кстати, уловчик. Неплохой такой уловчик. И живые там еще. Дышит, надо уже солить начинать, рыба пошла. То есть, вот последний час я как раз занимался, да, вот этим вот устройством. Ну, как... Что попало там творится? Что? Когда начнешь? Кого, курей долбить? Да. Вот сейчас будем выслушивать, кто первый там кукарекнет. Леш, они хором орут. Хором орут? Не, надо туда поставить и перед ними вот это все дело произвести. Ты что, у них стресс будет? И будут заткнуться? Перестанут. Не перестанут. Мы их будем кормить насильно, как гусей фуагра. Вот такая штучка. То есть там вот дырка, отверстие, дыра. Туда уходить будут перья. Ну, хотя бы на 2-3 курочки пусть так постоит. Я выясню. Может, это натянуть надо будет посильнее. Хотя я уже придумал. Вот этот вот шкив на край тумбочки сдвинуть как раз. И мотор пойдет. То есть сбоку тумбочки будет стоять на площадке. И будет замечательно. То есть она будет полностью открыта. Сейчас, конечно, если запустить, вот сюда, может быть, все это полетит. Вот тут поликарбонат поставлен. Раз. Ну и вот такую штучку. Вот и все. Ну, давайте еще раз запущу. Ладно, я знаю, что вы хотите. На Оскар, смотри. Когда запускается машинка, значит, у Оскара будет душевный вечер. Ты хочешь такой рефлекс? Да, слюноотделение. Ну, кстати, погода такая стоит, можно и тут стримчик запускать. Может, надо уже пожарить на огне, мне хочется какого-то праздника. Праздника? Какого повода нет праздник сделать? Ну, сейчас Антоновича будет алкосами там. Нажаримся на огне всякой заразы. Шурупчики очень пригодились, которые вот купил как раз. Ну, говорю, самые ходовые купил, вот их уже кучу влупил сюда. Ну, как бы и все. Сейчас еще рыбку посолю. Как ему тут вообще кайфово. Я думаю, ему надо ВКонтакте писать. Приму в дар кресло каждый сезон. Каждое начало сезона ему по креслу подгонять. Смотри. Ему буквально даже вот так вот сверху надстройку сделать, будка.
Он будет зимовать здесь элементарно. У него снизу не будет это... холода. Он раз пригрелся. Давай из поликарбоната, который так и не пригодился для моего душа, сделаем его на нас. Или он его растелепает? Может растелепать, не стоит. Ну а так вот, раз ему надо просто от снега достаточно. От снега и дождя. Тогда из тех досок, которые... из которых... И заходить, знаешь, так внутрь, как чум такой. Раз со снега сделать... замок у меня такой. Смотри, в этом сезоне не состоялась пергола, потому что у тебя не стоит на нее. У меня Оскар, не состоялся будешь? Душ. У меня на все стоит. Потому что ты не захотел делать. Одни нереализованные проекты. Душ, потому что ветер. Можно было бить досками элементарно. Я тебе просто доказал, что поликарбонатом работать не будет. Мяу, скажи. Оскар. Эй. Слушаю, да? Ну ладно, пойдем. Это у нас не...